Ideas by Daphna в ярко-бирюзовых тонах и... Чё, всё? Привет, друзья! Меня зовут Екатерина, я дизайнер интерьера. Сегодня мы находимся в шоуруме Ideas by Daphna. Я вам хочу рассказать о том проекте, который нас ждет. Мы решили совместно с этой компанией обустроить одно их пространство, в котором мы сейчас находимся, и сделать из него что-то новое и интересное, о чем дальше вы увидите в наших постах. Как вы видите, эта комната в ярко-бирюзовых тонах, и мы решили, что немножко обновить пространство следует более пастельными тонами. Мы поменяем здесь мебель, обустроим по-другому немножечко стены, поменяем столы, стулья, элементы декора, и эта комната заживет по-новому. Мы уже освободили пространство, как вы видите, мы вынесли мебель, которая здесь стояла, и будем наполнять ее новой мебелью, получить, чтобы новое что-то красивое. Хочу поделиться с вами результатами нашей проделанной работы в этом шоуруме. Если вы помните, то стены здесь были ярко-бирюзового цвета. Мы их оставили и решили разбавить немножко интерьер светлыми оттенками, элементами декора, мебелью и люстрами. Сейчас я вам покажу, что мы использовали в нашем интерьере. На стенах вы видите уже, что у нас были рамочки. Это стиль неоклассики, такие небольшие молдинги. И как вы понимаете, что на таких ярко насыщенных стенах такое необычное зеркало очень смотрится круто. Пастельные тона на фоне ярких стен придают изюминки этому помещению. Как вы видите, мы использовали в этом пространстве два таких очень необычных кресла. Хочу представить вашему вниманию очень такой красивый большой стол. Как видите, здесь мраморная столешница, очень креативная подставка, то есть ножка стола. И мы использовали небольшие элементы декора на этой обеденной зоне. На этом я хочу с вами попрощаться. Это была только одна маленькая часть нашего задуманного проекта, который мы будем реализовывать. Так что увидимся с вами в следующем видео. До скорых встреч. Ваша Екатерина Полюдова. Пока-пока!